этого года профессиональное обучение для граждан предпенсионного возраста будет бесплатным. Такие меры предусмотрены региональной программой нацпроекта «Демография». Любой житель республики предпенсионного возраста может самостоятельно обратиться в службу занятости по месту жительства. Специалисты проконсультируют, помогут определиться с уровнем имеющихся компетенций и предложат подходящие программы обучения. В Чувашии уже заключены соглашения с 20 образовательными организациями. Разработан перечень рекомендуемых образовательных программ, включающий более 80 профессий. Обучиться могут как работающие люди старше 50 лет, так и те, кто ищет подходящую работу. Незанятым в период обучения гражданам выплачивается стипендия. В этом году она составит 12 130 рублей. К концу 2024 года региональный проект «Старшее поколение» позволит обучить более 3500 человек. На эти цели планируется направить около 190 миллионов рублей.